Значит, эта игра под названием Mortal Online 2 вызвала у тебя интерес, и теперь ты пытаешься понять. Если ты хочешь погрузиться, я хочу заранее подчеркнуть две вещи. Номер один — эта игра не для всех, и номер два — в этой игре есть как огромный потенциал, так и огромные подводные камни. Я слишком долго не смотрел это видео. Если ты ищешь новую основную игру, в которую ты можешь потратить кучу часов, продолжай смотреть и проверяй больше контента Моту. Но если ты относишься к тому типу людей, которые на самом деле не придерживаются одной игры в течение длительного периода времени, то это, вероятно, не для тебя. Теперь, прежде чем идти дальше, я хочу разобраться, почему я играю в эту игру. Я играю в эту игру для PvP. Мне так нравится PvP в этой игре, что я не против потратить часы на поиск материалов для изготовления брони и оружия. Не пойми меня неправильно. Все путешествия и опыт, связанные с тем, чтобы убивать различных боссов за лучшие материалы, это хорошее развлечение, но опять же, я делаю это только для того, чтобы иметь хорошее снаряжение для PvP. Если тебе не нравится PvP и ты просто хочешь PvE, сражаться с боссами, торговать чем угодно, тогда тебе следует отнестись к остальной части этого видео с недоверием. Но два моих ключевых момента в начале этого видео все еще верны. Я просмотрел и прочитал несколько обзоров Steam, и позвольте мне рассказать о некоторых наиболее частых вещах, которые я вижу. Сообщество может быть ядовитым. Это очень верно. Если ты решишь поиграть в эту игру, тебе следует попытаться найти подходящую тебе гильдию, потому что, если ты не в гильдии, тебя очень легко, я имею в виду, очень легко вышвырнуть из этой игры. Возможно, еще до того, как ты запустишь игру, тебе следует поискать гильдию и вступить в нее. Если ты получишь какой-либо отказ от попытки присоединиться, будучи полным новичком, ознакомьтесь с описанием этого видео и отправьте их по верхней ссылке. Существует масса гильдий, как хороших, так и плохих, но они многому тебя научат, и это должно быть место, где тебе нравятся люди. Если тебе не нравится сообщество внутри гильдии, найди новое. Смертный не хочет, чтобы ты был армией из одного человека. Ты не будешь стрелять магией верхом на лошади, когда за тобой скачет медведь, одетый в полную стальную броню. Однако, для боя на ближней дистанции у тебя будут слабые места, и ты не сможешь все сделать сам. Если ты хочешь иметь возможность делать все на одном персонаже, то эта игра не для тебя. Рукопашный бой в этой игре доставляет мне массу удовольствия, но несмотря на то, как сильно я люблю обе игры, это не горный клинок и не морт. Как это похоже на рукопашную схватку? Множество людей играли в нее небрежно с друзьями и думали, что они хороши. Но если ты сражаешься с кем-то, кто знает и использует продвинутую механику, это совершенно другая лига, и у тебя не будет ни единого шанса, если ты не будешь тренировать свою задницу изо всех сил. Это хардкорная МО, такая как ИФ. И я буду в сети, если ты умрешь за пределами острова учебников, ты бросишь все на себя. За некоторыми исключениями, банковские и рыночные системы являются локальными для городов и поселков, в которых ты окажешься. И если тебе не нравятся эти вещи, то эта игра не для тебя, и все в порядке. Очень важный фактор для тех, кто хочет купить видеоигру, это сколько она стоит. MOTU — это игра в стиле ежемесячной подписки старой школы с ценой коробки, если хотите, $40 за первый месяц и $15 через месяц. Хорошо, хорошо. Теперь, прежде чем ты отправишься в комментарии, чтобы разбить свою клавиатуру, но прости, разве они не понимают, что ежемесячная подписка так важна? Позвольте мне объяснить несколько вещей. В этой игре нет другой системы монетизации, кроме ежемесячной платы, которую платит каждый. Здесь нет скинов, которые можно купить, не будет расширений, за которые тебе нужно постоянно платить. И это не модель бесплатной игры нового века, когда технически вы можете играть в игру бесплатно, но подписка дает вам огромные преимущества. Ничего подобного. Это $40 в первый месяц, $15 каждый последующий месяц, и, честно говоря, мне это нравится. Я могу поддержать разработчиков, и мне не нужно беспокоиться о каком-то дурацком магазине товаров или косметики, которые в конечном итоге портят хитбоксы. Смотрю на тебя, Лига. Если тебе каким-то образом удалось преодолеть необходимость платить абонентскую плату, и ты все еще заинтересован, пришло время выяснить, относишься ли ты к тому типу людей, которым нравится эта игра. Я сказал это в самом начале, и я хочу повторить это. MO2 не создан для масс.
моим игрокам в МО, если тебе понравились такие игры, как WoW, New World Rift, Elder Scrolls Online, ты, вероятно, возненавидишь эту игру. И я не думаю, что тебе стоит опускать $40, чтобы узнать, понравились ли тебе эти игры только отчасти. Может быть, ты хотел бы больше влиять на мир. Может быть, тебе не нравится, как много это значит, когда сэр Графа попадает в цель. Останься здесь. Если тебе понравились такие игры, как Ив, и я буду в сети, ты уже знаешь, что это как раз по твоей части. Держись рядом с больным. Для моих игроков, не являющихся МО, мое лучшее сравнение заключается в том, что Mortal Online 2 — это МО-версия Escape from Tarkov. МО-2 создана крошечной командой разработчиков, очень похожей на Escape from Tarkov, и в этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. Им потребуется немало времени, чтобы реализовать все то, что было у Mortal Online 1, но надеюсь, они добавят несколько новых механик по пути. Хотя они наверняка будут добавлять что-то новое. Вопрос в том, сколько времени это займет. Как и Tarkov, ветераны могут довольно сильно издеваться над новичками и быстро бросить игру из-за этого. И это потому, что знание — это сила. Игроки будут сообщать только своим товарищам по гильдии, где находится конкретный босс или лошадь, или лучшие способы ловли рыбы. Тебе тоже нужно будет поискать информацию, потому что игра объясняет очень мало. Если ты выйдешь в мир и увидишь другого игрока, будь готов сражаться, потому что они, скорее всего, хотят твоей добычи. Я скажу, что в отличие от Таркова, я слышал слухи о том, что существует системный план, позволяющий грабить людей, не убивая их. Что-то такое, где игрок может сдаться, а другие игроки могут заглянуть в свой инвентарь. Но опять же, небольшая команда разработчиков, так что кто знает, когда это придет в игру. Эта игра выведет тебя из себя и приведет в ярость, потому что ты потратил кучу времени на то, чтобы добиться чего-то только для того, чтобы умереть и вообще проиграть. Вот почему возвращение в безопасное место и припрятывание своей добычи может быть таким прекрасным. Я не хочу доставлять им массу хлопот, но стоит упомянуть, что есть люди, которые занимаются троллингом и огорчают людей, которые этим занимаются. Однако ты можешь попытаться всегда учиться на своих смертях. Если ты слушал так долго, то, честно говоря, я думаю, что тебе понравится игра, и ты должен попробовать. Мне нравилось проводить время, играя в нее, и я, вероятно, сделаю руководство для нового игрока новым игроком. Следующий, я Морозный 2200. Прокомментируй, что ты хотел бы увидеть дальше. Ты знаешь, как пользоваться YouTube. Спасибо, что посмотрел, и, может быть, мы еще увидимся. Дэйв. Привет, я Фрости, и по всей вероятности, кто-то отправил тебе эту ссылку, потому что они совершенно новички и пытаются присоединиться к твоему убийству. Я сказал им сделать это, потому что я хочу, чтобы эта игра увенчалась успехом. Единственный способ, которым я могу лично повлиять, это попытаться уберечь людей, заинтересованных в этой игре, от огорчения до такой степени, что они уйдут. У этой игры огромная кривая обучения. И новым игрокам нужны люди, которые будут направлять их. Поэтому я прошу тебя, несмотря на то, что этот человек практически ничего не знает об игре, помоги им, позволив им войти в твое сообщество. Теперь ты можешь подумать про себя. Ну, мистер Фрости, почему бы тебе не создать эту супер-дружественную гильдию новичков и не принять их в нее? Есть несколько причин, почему. Номер один. Я не ветеринар, поэтому у меня недостаточно глубоких знаний, чтобы обучать всех этих людей. Номер два. Гильдия, построенная исключительно на обучении новичков, в долгосрочной перспективе, с моей точки зрения, не сработает. Возможно, я ошибаюсь в этом. Кто знает? Номер три. У меня нет времени посвящать себя управлению гильдией. Вот почему я снова прошу тебя впустить их в твою гильдию. Люди, естественно, будут приходить и уходить. Возможно, я даже сам больше не буду играть в эту игру, и я это понимаю. Но лучшее, что мы с тобой можем сделать, чтобы помочь этой игре выжить, это помочь людям начать, а затем выбить из них все, когда они попадутся на крючок.